Всем привет! Итак, очередные заезды в ранги, наверное, сегодня будут у нас. Давайте. Я вчера очень качественно поиграл. Ну, под конец посливался, но были очень интересные бои, где я занимал первые места. Не все попало в летсплей. Частично играл так, без записи. Вот. А нет, сегодня давайте, знаете, что сделаем? Давайте за вот боевые задачи. Давайте вот все 300-ки снимем, потому что, ну, кроме авианосцев, потому что это уж совсем. Так, ну вот, теперь Америка. У нас сначала эсминец, крейсер, линкор американский. Вот, Фарагут. Хорошо, Фарагут у нас. Да. Так. У него какой-то там... Давайте поставим получше камуфляж. И сигнальчики рекомендуемые поставим тоже. Почему нет? Все, поехали. А, мужика там прокачался. Давайте возьмем что-нибудь. Может даже еще качнем. Да, потому что вот это тоже нужно. Я, поскольку играю так по-нобски, мне нужно это знать, потому что, ну, меня иногда не успевают. Я не успеваю иногда следить, просто, ну, все-таки 41 год. И, как бы, я не настолько резкий, как некоторые 20-летние чувачки, наверное. Ну, не знаю, мне так намного легче играть, короче. Хотя я понимаю, что люди там и в 60 лет StarCraft затрачивают. Но... Хорошая игра StarCraft, но, блин, больно нервная. В нее очень много. Это просто колоссальное количество нервной энергии тратится. Мне нужно же еще и работать там. Вот. Да. Ну, плюс она не такая социальная, как мир кораблей. Тут пообщаться можно, как-то скоординироваться, там что-то, ну. StarCraft типа Тетриса, там тададам, тададам, бам-бам. Если был StarCraft 15 на 15, это было бы интересно, кстати. Но сейчас еще пока мощности компьютерные не позволяют. Хм, да. Любопытно, как будут развиваться вообще игры. Наверное, будет когда-нибудь что-то типа StarCraft 15. О, кстати, тут новая RTS-ка вышла, программа в бете пока, надо поиграть. Так, ну что, какие мысли? Давайте споримся немножко сразу. Для шестерки, кстати, он довольно шустрый, вот смотрите, 40. А на торпеды у нас? Торпеды, конечно, блин, так. Такие. Да. Глубинные бомбы. 12.6, ну так, дымы какие. Дымы на 2 минуты, ну, нормально. Я не посмотрел, что у нас там взято из модулей, но на таком уровне там пофиг. Просто едем прямо, без проблем, пока мы ничего-то не увидим. А может быть и нет, потому что не так нарваться. Немножко поосторожнее. Что у нас тут, восьмерки, да? Ну, блин, да, на дне аккуратно надо. Этот ваншотнуть может кто-то. Канзас, блин, Канзас вообще. Да, может ваншотнуть. Канзас и Фарагут тут вообще. Чапаев, например, вообще страшно, страшно просто. Ладно, 300 очков то уж тут наберешь как-нибудь уж. Надеюсь. Вообще выгодно сразу слиться, чтоб... Ну не, не выгодно, потому что статка. Статку уж все-таки не хочется брать. Давайте откинем. Чего надо, перезарядка быстро. Какая у нас заметность? 7,3, да вы чё? Что, правда что ли? 7,3, офигеть, это что? А, ну потому что командир не прокачан, что ли? Ну понятно. Давайте почипаем, стреляем, наверное. Он тут отвернул. Командир поворачивает свои башни. Не, он уже повернул свои башни, давайте. Ой, господи, как плохо-то. Так, плохо. О!
это было круто. Это было круто. На грани дальности просто. Поддержим, поддержим. Давайте пойдем в дымы, наверное. Или нет? Пойдем мы в дымы. Так он мимо. Мимо сюда, что я тормозил. Давай починимся. Как хорошо-то, а, попадает. Поехали. Так. Что-то мы там еще захватили, хорошо. Так, давайте, может быть, кошмарить поедем. Не помню, в центр лезть или будем. Надо было, наверное, в центр лезть. Ну ладно, сейчас что-то. Так, нагата там. Ну, короче, сбоку сейчас будем действовать по эсминцам. Вот. На этот Хатсунару он там что-то. Ну, Чапаев круто залетел, конечно. Это было здорово. Так, у меня 12.6 пока рано. Ой, он такой медленный стал, без ускорения. А, все, можно, да? Что он там делает? Не видно ни хрена. Артиллерия крутая, да. Для шестерки. Правда, в космос куда-то улетают снаряды, но это что? Так, все, надо разворачиваться. Так. О, попал, хорошо. Космическими снарядами попасть, это, блин, целое искусство. О, гепард. Сейчас меня могут хорошо прижечь, так надо в дым входить. Можно еще дымов выпустить? Можно, да? Так, надо туда шлать нечего, приехать. Так. Дымы, в общем-то, довольно бесполезны оказались. Ну, ладно, тут перестраховаться. Так, вот, Хатсунару тут. End. Так, что там у нас, подлодка где-то была, да? Давайте поищем. Мы сейчас возьмем эпицентр и все, короче. Тут будет турбо. Турбовин. Так, что там? Давай. 23 тысячи настрелял, ну нормально. Уже. Уж 300 экспыта будет. Где там подлодка, где? Или убьет, или не убили. Так, вот. Так, Балтимор. Он сейчас может накинуть, кстати. Давайте отстанем от этого, этих смитцев, наверное, или нет. Надо его сейчас убить. Ну почему? Почему? Давай. Ну да, да, давай. Так, ладно. Почему-то по мне никто даже не стреляет. А, вот. Вот он уже решил меня помучить. Оп. Ну, приятно. Что это происходит с торпедами? Как это не так? А, не поворачиваться можно. Хорошо. Ладно, давайте не.
Так. Подлодка где-то тут вот. Корсами, потому что бесполезно стрелять этими космическими пушками. Давайте постреляем по гнезинам, что ли. Так, я там помню. А, это начало работать прямо кого-то. Так, надо поберечься. Я что, беречься уже сейчас будет вин. Давайте войдем в дымы, наверное. Так, аккуратно идем. Вот так вот идем. Все, хватит. А, нет, не хватит. Ну вот и все. Ну ладно. Опа, первое место, вы посмотрите, это за что такое дали-то? А, за то, что я Чапаева убил, ну да, конечно, там. На шестерке убить, что там, восьмерку, это, конечно, много их по сразу. А что, неужели у него все 13 тысяч хп почему-то? А, ему там еще, видимо, долбанули, да? Ну, вообще странно, что так много очков, видимо, за захват или что. Ой, ладно. Так. Поедем дальше. Следующий на очереди у нас крейсер. Чеканский. О, Пуэрто-Рико, давайте выкатим. Отличная тема. Или Клива лучше на ранговых. Давайте Пуэрто-Рико, интересно же поиграть. За новый корабль. Ну, это будет бой, конечно. Серьезный тут, конечно. На десятках. Вообще на таком крейсере странненьком. Что у него маскировка? Тяжелая стрела. Интересно, тяжелая. Так, хорошо. Поворот башен, что там, перезарядка, хорошо. Так, и посмотрим, что у него из... дальность, я не знаю, нужна ли ему дальность, ладно, пусть будет. Рулевая машина, отлично. Темное видение, леска. Хорошо, понятно. Ну, это так, короче, тип Москвы такой. Хуже еще. А Москва броня вроде получше. Потому что нет. Не знаю. Но он еще и стреляет не так точно, как Москва вроде бы. Хотя не знаю. В принципе, интересно, как корабль, правда, он слабый, ну то есть он такой. Конечно, не Петропавловск. Но он очень толстый. Броня у него, конечно. В общем, так себе. Его еще ненавидели чисто за то, что это вышел на Пуэрто-Рико, тебе могли минус поставить. О, у нас прикольный изменчик Рагнар. Он какой-то стоит красавчик. Это какой-то новый. А, тут что, с фугасов тащим, наверное. Давайте, наверное, пойдем вот на этот фланг, там что-то мало. Да. В принципе, пофиг на какой фланг ехать. Можно и зетку поприкрывать. Давайте зетку прикроем. Там ее некому прикрывать. Короче, будем за зеткой ездить просто. Ну, он еще довольно, конечно, мне как Москва рулится, это с учетом того, что я рули поставил. Он все-таки хуже рулится, мне кажется.
Но зато он быстрее Москвы. Немножко. Ну, процентов на 7-10. Довольно скоростной. Такой. Ну, да, на 10% быстрее хорошо. Что у него остается? 21,8, да? Ну вот, можно. Да. Перезарядка у него больше, чем Москва, намного. Так, надо зайти. Алло? Привет. Привет. Чё, как дела? Сейчас вот я подъеду. Давай, да. Можешь? Да. Хорошо. Можешь? Да. Угу. Инструменты, наверное, надо нужны. Нет. Ага. Ну ладно, давай. Болтал тут, вот что произошло-то. Ну ладно, вроде не повезло мне. Так, где зетка? Ну, пусть она там занимается, а мы тут будем работать. Блин, курчиком. Надо чуть-чуть, наверное, уже отходить, потому что Колорадо может. Опа, щемка. Ну что, я тогда в центр, что ли, буду? Зетка что-то, блин, там такое делает, что... Опа, посмотрите на это. Почему я это вообще вижу так рано? А? Почему я это так рано вижу? Я же не включал. Да, странно. Кто это выпустил вообще? Ну, много кто мог выпустить. Ну-ка, он свои нашинки, что ли? Нет, нашинки я не смогу. Так, Колорадо. Что, давайте, может, включим или нет, пока рано. Гап. Подводная лодка, может, ее попробуем. Просто чтобы он там не расслаблялся. Кто-то опять недоволен очень сильно всем. Так, ладно, давайте включим, наверное. Так. А, вот шимка. Будем шимку просто прикрывать. Отлично, где? Блин, еще даже никого не попал ни разу. Офигеть. Так, надо по Ишиме, наверное, стрелять. О, видите, как хорошо, что я включил РЛС. О, этот. Ну, поняли. Гап. Даже не буду ворачиваться. Посмотрите. В таком расстоянии ворачиваться. А, вот Геринг. Сейчас мы его попробуем РЛС-ки покошмарить, если получится. Так, там за мной кто-то. Что, успеем? Нет. Нет, не успеем. Эх, блин. Ладно, все, поиграл, пора. Пать. Ладно, 300 тысяч. 300 очков я набрал, в любом случае. Отсвечиваемся. Уходим на рекуперацию, так сказать. Да, 20 тысяч, блин, ну вообще. Ой, как плохо упали. Ну давай, все, отсвечивайся. Сколько у нас? 16,6. Ой, ну мне еще долго будет видеть этот. Что, 24 секунды до хилки. А, блин. Ладно. Ну что, я отогнал Геринг. Хорошо.
Сейчас похилимся, вернемся. Так, ну что, вроде выжили, хорошо. Да. Нет, да. Так. Да. Пора валить. Какой-то довольно равный бой, кстати. Интересно. Все еще обнаружен. Да сколько можно-то, блин? Че, у меня 16,6? А, ну да, все правильно. А теперь понятно, почему я взял данность, без нее реально тут тяжко бы пришлось. Давайте вот с третьей линии попробуем что-то тут вот выцелить. Вернемся назад. 38 секунд. Ага, вот он, сучок. Так, РЛС-ка у нас, да, давайте попробуем его опять прижучить. Вообще. Вот так вот надо ехать. Давайте включим опять. Довольно мало работает, блин, габ надо было не сейчас включить. Так, еще подхилимся, хорошо. Так, надо сделать себя обнаруживать. Так, вот сейчас включаем РЛС. Ну, ладно. Так, зря включаем. Он что, сдетонировал, что ли? Нет. Как-то они все передохли быстро. Даже не успеем, честно, стрелять домашки-то. Ну ладно, победа есть победа. Еще хорошо, что я выжил. Просто мог бы уже сдохнуть. Какая долгая перезарядка вообще. Жидко больше дамаг. Ну да, дамаг довольно большой. Это все. Так. Пам-парарам. Ну что, 300 очков-то уж набрали, конечно. Набрали, да. 1200. О, у нас прошла компания. Звезду. Нам дали звезду. Сейчас снова это же взять. Ну, тут какие-то задания, но, в общем, так себе. Проще идти просто гриндить. Так, следующий линкор американский. Что у нас там есть? Нью-Йорк. Так, оснастим. Ну, эти, наверное, не будем ставить. Поставим только скорость. И всякие там, да? Ну, а тут... Давай такой. Да. А, можно уже шестерку купить. Стоит на нее тратить деньги вообще.
Наверное, нет. Я там коплю на другое, ладно, пока не будет тратиться. Просто прокачаем командира, там-то все. США, вот видите, я хочу вот эти прокачать новые. Давайте купим без командира. Так, поставим ему что-нибудь. Можно, кстати, поставить. Давайте, у них фишка, что у них долго работает. Конечно, система требует зажимучести. Или что? Дальность. Да, давайте дальность. Что-то 14.6 как-то вообще грустно. А, хотя там будет же еще. Ну, давайте, да, дальность нормально. Какие варианты там? Поворот. Ну, он больше такой. Поворот, да, медленность. Ну ладно, дальность, так дальность. Так, авиаудар уж точно нам не нужен. Давайте система борьбы доживутся. Так, тут что тут? Поставим, да. Хорошо. Вариантов тут нет никаких, только корректировщик. О, еще есть корректировщик, ну, вообще будем сейчас фигачить далеко на шестерке. Так, назначим командира. С Нью-Йорка, наверное, да. Что-то свободные очки навыков. Давайте. Наверное, надо взять что-то 3-4, потому что отчаянный, и это, потому что ну, для линкора это прям супер критично. Это зачем взят вообще? Давайте все заново распределять. Нет, тогда что-то не подходит. А, корректировщик, в принципе, да? А сколько там перезарядка? 240 будет. Ну, в принципе, интересный навык. Ну, есть вот еще аварийная команда. Наверное, этот лучше. Потом вертеть башни, да? Они вообще медленно крутятся у него. Не, давайте все-таки этот возьмем. Хотя они прям ну, супер медленно крутятся. Да, они крутятся сколько там? 60 секунд, господи. Ладно, давайте поворот возьмем. Чайный и... дорого придется качать. Ладно, потом два очка наберем, возьмем приоритет.
Александр Овечкин, кстати, почему-то у нас тут команда. Ну ладно. Он же американец, да? Ладно. Так, оснащение возьмем сейчас. Внешник, точнее. Так. Тут возьмем все. Ну, поехали. Нью-Мексико первый раз. Первый бой на Нью-Мексико. Потихонечку качаю американцев. Очень интересные корабли. Канзас, Вермонт. Ну, они такие дурацкие немного, но там прикольно. Там они раздают хорошо. В общем, надо на них поиграть, конечно. Рано или поздно. Блин, да чего это глубокая игра? Сколько тут всего, а? Чтобы все изучить, это надо играть каждый день по 4 часа годами, блин. Это невероятно, конечно, сделано. Это великая игра вообще. А главное, мне очень понравилось про подлодки. Там все комьюнити встало на дыбы. Не нужны подлодки. Кому они нужны, эти подлодки? Куча народу поуходила из игры. Разработчики такие, нифига, мы сделаем подлодки, все, мы знаем лучше. Такой форсайт, как бы, да? Ну, как по-русски это сказать. Видение такое стратегическое, которое... И они плюют иногда на мнение комьюнити и делают то, что считают нужным. Это прям, мне кажется, идеально вообще. Это очень важно для творчества, идти против толпы. Ну, то есть, вот мы хотим подлодки, мы не хотим стагнировать, мы хотим резко менять весь стиль игры, и все. Нам пофиг, что там скажет какой-то краснодарский летсплейщик там. Хотя он, конечно, круто играет и все такое, но... Если человек хорошо играет в шахматы, это не значит, что... Он хорошо разбирается в дизайне шахмат. Ну, в дизайне подобных игр настольных. То есть шахматы Фишера, например. Многие же не приняли шахматисты. А я, да, конечно, хотя бы хоть какое-то разнообразие, потому что эти дебюты учить, ну, это просто бред, это для азиатов, короче, занятия. Что-то там учить дебюты какие-то. Зубрить, как иероглифы. Вот. А Ашфишер, он пытался как-то хоть европеизировать эту игру. Ну, я здесь употребляю дихотомию Азия-Европа, в смысле, что Азия, это когда человек зубрит, там, ну, такой Китай, как бы, да. А Европа, это когда все-таки надо хоть как-то, ну, какая-то импровизация, аналитическое мышление должно быть самостоятельно. Вот. Собственно, сами азиаты прекрасно понимают, что им надо европеизироваться. И мы видим на примере, например, Китая, насколько это успешно у них получается. И как они на этом пути уже продвинулись глубоко, далеко. И как это им помогает в жизни вообще. Да. Ну и на примере Японии тоже. Хотя, конечно, все равно это во многом карго-культ, и, ну, взять там их поведение в критических ситуациях, там, Фукусиму ту же, или там, в русско-японской войне японцы себя показали очень плохо. Какие-то бестолковые атаки там. Ну, они тогда, конечно, еще были молодой нацией. Но сейчас не лучше. Все равно. Может, чуть получше. Не принципиально. С Фукусимой, вот что это было? Заразили треть Мирового океана. Вообще, бред. Тунца сейчас есть нельзя из-за них. Нормально вообще. Фурутака явно просит, да? Так, я что, в топе, что ли? Так и явно просит по башке. Так, подвойски. Ну, у него, наверное, коротенькие торпедки, можно не переживать. Ну, так себе. Ну, хоть попал. Так, давайте тут стоим, посмотрим, что будет происходить. О, фуру так еще хочет. Ну, давай, давай.
просто немножко далеко. Ну, ладно. Не страшно. Недалеко. Еще Гнезина вышел. Давайте чуть постоим тут. Нет, мимо. Может и не мимо. О, Фуратака. Мы имеем дело с рекреационным игроком, видимо. Что он вытворяет-то? Это им повезло сейчас. Problem solved. Да, он давно уже solved. Блин, теперь вот не полечишься, два пожара. Тоже далеко. Прежде не страшно. Ну, хорошо залетело. Чего фугасами-то стрелять? Понятно. Я уже тут не перекинул. Так. Надо вообще валить, наверное. Тут что-то прям зайдут меня. Я надеюсь, сейчас его ваншотнет, да? Может же такое быть? Что, похилимся, вроде похилимся. Нет. Не удалось. Фуратака явно просит по башке. Пока не будем уходить, подождем еще чуть-чуть. Кстати, неплохо он накидывает. Ладно, все, валим отсюда. Вот так вот дальше кидать бесперспективно, он повернулся. Вот сейчас выйдет Леон и устроит мне опять пожар. Ой, нет, только не гори, пожалуйста, ладно. Вот так, кстати, очень опасно играет. Продолжает. Ну, оп, да, могло и убить. Да. Но я должен уже уходить отсюда, к сожалению. Так, сейчас еще разок вот так и пришлем. Наверное, не разогнался еще. Но не, нормально. Ну, короче, он раза 4 мог просто умереть уже. Зачем так играть? Так, он что-то, я далеко уже ухожу. Давайте возвращаться. Сейчас еще корректировщик будет. 17-7, да? А у него... 15-9. Ну да, вот сейчас корректировщиком будем доставать его. Медленный. Тут тоже горы, блин. Подождем чуть-чуть.
Я должен выехать. Ага, вот там еще кто-то. Где он? Тоже горы. Блин, 22 узла, ну скорость вообще. Еле-еле ползает. Ага, во. Так вот. Так вот. Давайте встанем вот так вот и притормозим. О, 6000, хорошо. На 6-х уровнях-то неплохо. Что там у нас? Эмиль Бертин. Жажда смерти его обуяла. Кому стрелять тоще? Давайте прыгнем на него. Задний ход отключить вообще. Ну, хорошо. Эмиль Бертин просто бездарно слился. Зачем он полез на сильный фланг? Не очень понятно. У меня тут, кстати, сейчас три линкора будут очень даже хорошо так ковырять. Слишком далеко, наверное, он вообще почти стоит. Ну да, что-то я... Ладно. Чё ты говоришь, мужик? Чё он сказал? Не очень понятно. Не, нормально, они что-то на меня внимание не обращают, они там занимаются своими делами, с Леоном, там что-то перестреливаются. Так что можно тут еще потусовать. О! Не знаю, молодцом. Прям выехал. Прям мне. Успел повернуть. Может, кстати, пора уже к ним ехать. Нет, не, или не пора, нет, их больше там. Пусть они ко мне едут, и подлодка их будет кошмарить. Леон вообще что-то... Почему он у меня по-американски-то говорит, по-английски? Надо переключиться на русский. Язык озвучки русский. Ну? В чем дело-то? На шар выкинем. Хотя попробуем с фланга зайти. Никас жив, отлично. А что, под лодку убили, да? Блин. Обидно. Что-то мы вообще сливаем. Думал, выигрываем легко. Что-то чем тяжко. Ладно, надо вылазить. Ага, вот, вот. Пошло дело. Вот так вот. Давайте притормозим. Добьем гнезино. Ну что, он по мне даст? Нет? Успеет? Нет, успеет, отлично. Так, все, вылазим. Вылазим в центр. Легко тормозную.
Нет, надо упороться в фуса, короче. Я ему пишу, вот отойди на точку, зафиг нафиг, вот ты. Сейчас будет таран и все. Он там знает, что дед вам уже кракена намолотил. Да. Ну, в общем, вроде выиграем. Где их-то ли он? Что-то он там куда-то делся вообще. И поддержку и кракена нормально он намолотил. Ну конечно он в топе там. Круто. Он фактически один весь фланг разобрал. Так, ну чё, где Леон-то? Леон. Плохо я попал. Круто, что у меня 19 секунд еще работает, да? Ладно, едем, едем. Потому что надо там с Юриком сейчас еще будет разбираться. Не, на 57 тысяч я настрелял, нормально для шестерки, что. Ладно, с Леоном, наверное, уже все, пора разворачивать наши супер медленные пушки. Да, так. Сколько у нас по МКС? 5,2. Все включим. Так, Юрику сейчас тоже придет кранты. Придут, я надеюсь. Отлично. Еще и основной калибр, ну ты все. Печальный прям разброс. Ну, успею, нет. Ну. Оп. Нет, успею. Его фугас держит. А, ни хрена, нет. Если бы он меня убил, то может быть. Не знаю. Подарок какой-то дали. Да, ну нормально, смотрите, мы в топ-3. Леон молодец, давайте его поблагодарим. Да. Хорошо. Так, вот этот уберем. Из основных Нью-Йорк. Продавать не буду, потому что на пятерках иногда что-то там бывает, а он неплохой. Что-то пинку.
Ну ладно, всем спасибо, хорошего дня. Анкору. Ой, ну контейнер, ладно, давайте откроем еще контейнер. Сейчас откроем все 9, посмотрим, что дадут. Опа, ну что там? Ну, ничего такого. Просто флажки. И уголь. Ну ладно, всем спасибо. До свидания.